На сессии были включены вопросы о внесении изменений в бюджет Десногорска на 2018 год и плановый период на следующие 2 года. Также обсуждалось установление компенсационных выплат на 2019 год. Вносится предложение об установлении компенсационных выплат за присмотр и уход с детьми из малоимущих семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Решения о компенсационных выплатах были приняты. Также депутаты установили выплаты на 2019 год на горячие завтраки для обучающихся с 1 по 4 класс в муниципальных бюджетных образовательных организациях и для обучающихся с 5 по 11 классы из малоимущих семей. Расходы понесет местный бюджет. По просьбе руководства детских дошкольных образовательных учреждений было решено принять в муниципальную собственность детские игровые комплексы и системы видеонаблюдения. Их приобрели за счет средств благотворительной помощи. Во время обсуждения этого вопроса Михаил Лосенко выступил с предложением не ограничиваться только детскими садами, а подумать о том, чтобы установить детские игровые площадки в каждом дворе Десногорска и скамейки у подъездов жилых домов. Также депутат поднял вопрос о социальной защите инвалидов. Ирина Нурматова, Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.